Молочные реки, кисельные берега. В столице Чувашии в очередной раз стартует ярмарка выходного дня «Молочный мир». О пользе молока можно говорить бесконечно. Кальций, который содержится в молочных продуктах, укрепляет и кости, и зубы. Царица Египта Клеопатра даже считала, что в молоке кроется секрет вечной молодости. Окунуться в молочный мир жители Чувашии смогут на ярмарке молока. Сметана, творог, кефир, простокваша. И, конечно же, основа всех этих продуктов – само молоко. Любителям полезной продукции прямая дорога к торговому центру «Шупашкар». Именно перед ним в эту субботу разольются молочные реки. Здесь можно будет попробовать на вкус здоровую еду, узнать ценность тех или иных продуктов и даже приобрести их. Волноваться насчет качества не придется. Продукция на ярмарке будет самая свежая и сертифицированная. В роли продавцов – местные производители. Участники данной ярмарки в обязательном порядке при себе должны иметь уже все документации, которые доказывают и подтверждают безопасность реализуемой продукции. Обязательно у них должны быть уже все сертификаты и сертификаты соответствия с контролирующих органов, например, Росветнадзор, например, да, Роспотребнадзор. Территория перед Шупашкаром выбрана не случайно. Именно она в прошлом году пользовалась популярностью среди жителей столицы Чувашии. В этом же году производители ждут всех любителей молочной продукции 17 февраля в субботу с 10 до 15 часов. Если же продукция окажется очень востребованной, то ярмарку планируют проводить каждую субботу вплоть до 24 марта. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.